Наталья, я работаю флористом. Наше утро начинается всегда достаточно рано, то есть это может быть и 6 утра, и раньше, потому что мы хотим сделать приятное утро для наших клиентов. Хочется, многим хочется, чтобы любимая проснулась с утра и получила ароматный букет в подарок. Я человек творческий, с самого детства я занималась во множестве художественных школ. Потом было поступление в университет, в Белорусский государственный университет культуры. После его окончания я решила себя попробовать не только в декоративно-прикладном искусстве, а и в живых цветах. Очень нравится, уже много лет я занимаюсь изготовлением букетов и занимаюсь в сфере флористики. У нас есть разнообразные букеты по разным поводам. Для разных событий это всегда рост, всегда появляются новые тенденции, что-то новое, интересное, какие-то веяния, которые хочется постигать и совершенствоваться. Самый необычный букет – это, как правило, 8 марта. Самые интересные заказы, потому что каждый мужчина хочет удивить свою девушку, женщину, свою вторую половинку. Поэтому мы стараемся использовать что-то новенькое, что-то эксклюзивное. Вот у нас были замечательные букеты из ранункулисов, ландышей, тюльпанов. Огромные в объеме и огромные по своей наполнимости. Всегда, когда приходит покупатель, он объясняет, что он, чего он хочет, но мы стараемся прочувствовать его настроение. То есть это к дню рождения, либо это к какой-то дате. Я думаю, что в нашей профессии так нельзя вставать с плохой ноги, вставать с плохим настроением и приносить с собой негатив. Мы стараемся все наше настроение переводить его в добрые нотки, ведь мы работаем в той профессии, где люди должны приносить радость. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.